Я уж считал, там 5 или вот сейчас 6-й пакет санкций в адрес Белоруссии. Все это какое-то нескончаемое. Можно ли как-то оценить ущерб от этих санкций, которые несет Беларусь в каких-то измеряемых величинах? Ты знаешь, Дмитрий, я не могу сказать какие-то цифры этого ущерба. Мы пытаемся минимизировать. Естественно, мы что-то теряем. Но по сравнению с тем, как мы проработали этот год, это мизер. Это мизер даже. Я и не поручаю считать, потому что дороже будет посчитать. Я понял. Нам просто в какой-то степени повезло. Вот эта пандемия, мы же не закрыли, экономику не остановили и прочее. У нас хороший прирост. Вы же и локдаун объявляли и прочее. А у нас товары народного потребления, допустим, белая электроника, там это холодильники, телевизоры и прочее, прочее. Мы же это производим в больших объемах. И когда произошел в России остановка, спад, Беларусь работала, и мы предложили на этот рынок, вы даже не заметили, по большому счету. То есть у нас был громадный рынок и громадная возможность продать свою продукцию. Это продолжилось и в этом году. То есть экспорт пошел хорошо. Поэтому у нас этот год неплохой. Это помогает нам минимизировать эти потери от санкций. Да, наверное, следующий год будет посложнее. Ну, я как-то против России санкции вводят, против нас, и я президенту Путину, он, конечно, тоже переживает. Я говорю, слушай, чего мы переживаем? Огромное пространство, 150 миллионов человек, их же надо кормить, одевать и прочее. Да если мы выстроим систему, так нам еще мало будет белорусско-российского производства. Мы у себя сможем это все потребить. Смотрите, ввели санкции против России, сельское хозяйство мгновенно поднялось. Потому что обратили внимание на внутреннее. Точно так и здесь. Карьеры есть в России? Есть. Значит, наши белазы нужны будут. Землю, дай бог, перепахать. Огромная Россия. Катастрофически нераспаханные площади. Надо трактора? Надо. Они у вас и у нас есть. Сеять есть чем, семена есть, потребление есть. Просто надо отстроить это. Вот мы с Путиным обсуждали глубоко, погружались в эту проблему, когда формировали эти 28 союзных программ. Поэтому переживем. И Китай у нас покупает немало товаров, и огромная Индия, которой нужны эти же удобрения. Вы тут еще заявили, что в ответ на санкции, я не знаю, может быть, сгоряча сказали. Что или... значит сгоряча? Вы можете... так сказать, подумать о постановке транзита товаров в Европу, ну, например, энергоносителей. То есть как это... Старший брат сказал, может. Может. Старший брат сказал, может. Вы слышали? Да, я слышал. Ну, да. Все. Значит, может. Но он сказал в то же время, что это было бы нарушением транзитного контракта с Россией. Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты. Бросьте вы. О чем вы говорите? То есть вы это серьезно? Абсолютно. Конечно, серьезно. Конечно, серьезно. Они решили закрыть поляки границу с Белоруссией. Ну, хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай и прочее идет через нас? Ведь у России с Украиной там граница закрыта, южная. То есть они через Украину не пройдут. Только Беларусь. Через Прибалтику надо на плечах носить. Там дорог нет, ты же знаешь, Дмитрий. Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои эти куриные взять в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. Он закроет границу. Ну, закрой, кому ты в ущерб закроешь? Сам себе. А потом ты закроешь, так вот, как вы сказали, а тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России. Поэтому не надо нам хвататься вот за это, за эти крайности, за это оружие. И потом, ну, Дмитрий Александрович, ну ты же понимаешь, что это же не, это ж поляки говорят. Они ж понимают, что это для них будет ущерб. А кто им прописывает тезисы для того, чтобы делать заявление? Нам понятно. Поэтому все, что они сейчас творят, смотри дальше. Через месяц ты приедешь ко мне и скажешь, слушай, как ты был прав, когда говорил, что англичане и поляки с двух сторон, взяв в Евросоюз клещи,
руками американцев хотят, если не разрушить Евросоюз, я считаю, разрушить, опустить. И это началось тогда, когда появилось евро, конкурент доллару. Слушайте, ну а как жить с поляками, с Польшей, вот после, с Литвой, после всего этого? Как строить отношения? Дмитрий Константинович, это возможно, знаете почему? Потому что это же не поляки творят, а это власть при поддержке определенной части общества, да. Но там не просто сегодня расколото пополам общество. Угу. Это было во время выборов. Вы знаете, как победил этот Дуда? Не знаете? Нет, ну что вы имеете в виду? Я имею в виду, что он не набрал 50% голосов. Там ему накрутили чуть больше 50%, чтобы... То есть сфальсифицировали? Абсолютно. И когда оппозиция, а там мощная оппозиция, а сейчас еще Дональд Туск туда попал, гражданская платформа, это ПИС, Право и справедливость, они же у власти, этот из ума выживший Качинский и Моровецкий Дуда, троица это. Когда оппозиция поднялась после выборов, слушай, несколько тысяч всего голосов, меньше процента, официально ему дали, чтобы его признать победителем. Как оппозиция поднялась, американцы топнули, стоп, пусть побудут, следующие вы. То есть Польша находится сегодня под внешним управлением, еще похлеще, чем Украина, только они не пылят. Они делают это тихо и спокойно. Поэтому там большая часть общества, они не хотят никакой драки с белорусами. Но они от нас ничего плохого не видели. Они же образумились сегодня, очухались, и они видят, что происходит. То кто в этом виноват? Поэтому я уверен, что если там, что они от нас требуют провести выборы, а никуда не денутся, оппозиция там набирает вес, при том с приходом Туска, это сильный политик, они там грохнутся. И то давление общества на них, а мы сейчас это видим, демонстрации, даже поддержку беженцев. Там есть с кем разговаривать сейчас, но они не у власти, в оппозиции. И там будет с кем разговаривать. Поляки непростой народ. Они заставят любого политика делать то, что им выгодно.